In the Russian criminal tradition and the Venetian system, there's such strikes. Так. Так. Вот я комплекс писал, да? Тоже the overall kind of strikes. Идет, в общем, до речи. Когда мы... Я напоминаю вам, что мы превращаем сейчас наступательные действия в оборонительные. Мы показываем, I'm что это тоже движение. That может быть и тем, и тем. That the attack transforms into defense. It can go either way. You know, the same thing when you use it to attack, you can use it to defend. And we see the first strike. It's will do this type. Вот удар по диагональному кресту. Вот они как бьются. Удары с разных сторон, да. Вот. И мы как бы для себя четко как бы понимаем, что такой удар снимается с этой стороны. Таким же. That type of strike is relieved with the same arm, the same type of strike as the opponent is doing, you're kind of copying him. Его снимаем. Аж вот отсюда. Видите, я стану выставлять руку, мне его проткнуть. See, if I stick my arm out, he's going to stick me in the arm. Здесь, but I, that's why I start all the way over here. Like that. Удраю. Здесь. Теперь крест. Удар отсюда. Вот он. Видите, как крестовый удар. То же самое происходит. То есть я вставляю и не мешаю. Видите, что с нами становится человек? Не мешаю ему ложиться. То есть у меня фу! Его. Видите? Теперь с этой стороны. Куда? Отсюда. Я опять ему не мешаю. So the main thing is I don't get in his way. You see, I let it fly by like that. Теперь удары втыкающие. Now we'll как try у нас было кручено, sticking strikes точек. From different points. Вот, например, да? Давай. Оп. Раз. Отсюда. Два. Отсюда. Три. Четыре. Понятно, да? Теперь посмотрим, как на рукопашном. Now let's see how this will look in hand-to-hand type of situation. С удара в челюсть. We'll start from the strike to the chin. Удар снимается вот таким вот способом. That's how you deflect a strike. Начинается этот длинный боковой удар, я его снимаю либо здесь. Either here. Либо здесь. Or снимаю. Here. Либо я могу снимать вот таким вот. Or I can do it like that. То есть что я делаю? Я вставляю руку и проворачиваю как мельц. Это то же самое. То, что я делаю? Я делаю движение обратно вот этому движению. So I'm doing this a movement that's kind of the opposite. Смотрите, можно снимать. Of his. Смотрите, то есть it's я зеркалю его, он меня бьет, я it's like a mirror. То есть он только замахнулся на меня, и я замахнулся. He's оба. Starting to punch, and like I'm starting to punch, you see? I did pretty cool. Oh! Oh!
попробуем так, например. Прямой в голову. Let's try боковой. This type of strokes. Боковой, по печени, по селезенке. Пять ударов. Five strikes. Начинаем. Раз. Боковой снимаю, смотрите. Следующий. Два. Удар. Раз. Удар два. Бам! То, что мы говорили, да? То есть технологически на медленной скорости приблизительно так. So from a technical point of view on slow speed, that's what it looks like. Например, боковой, боковой, прямой и два по этим вещам. Ну, чтобы просто, это не серия ударов, это просто для того, чтобы посмотреть, как работает техника. This is just to show how the technique works. Я прерываю технический элемент, он не может серию довести до конца. He's not able to complete the series because of what I do. Первого. You see, his series has came to an end. Даже если вот у него есть возможность здесь бить, да? Even if he wants to strike here, you Все, я выгуляю дальше, складываю уже на себя.